Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы представляем вашему вниманию видеообзор розы Казино. Этот клаймбер, плетистая роза, была выведена в 1963 году в Ирландии и отличается своим красивым желтым цветом, прям лимонно-желтым цветом. Вырастает эта роза до 3-4 метров, и ее можно использовать как плетистую розу, также и как шраб. Также ее рекомендуют использовать при посадках для того, чтобы пустить на арку или что-нибудь там завить. Ну, на мой взгляд, это, наверное, не очень удачное решение, потому как у розы Казино очень прямые, жесткие, очень колючие стебли. И для арки они не самое удачное решение, так как будет довольно сложно снять их с той же самой арки и уложить на зиму. Цветы у этой плетистой розы лимонно-желтого цвета, более желтая, более яркая в середине цветка и по краям уже бледно-желтая. По мере выгорания становится все бледнее и бледнее, ну, практически до нежно-желтого белого цвета. Сами цветы не очень махровые, до 40 лепестков. Когда полностью открываются, показывают серединку. Но тем не менее, сами бутончики, еще когда только-только набираются, очень похожи на чайно-гибридные розочки. И растут они на стебле по одному и по три, иногда по пять цветков. В первую волну цветения, которая в основном всегда в июне, в основном по одиночным цветам распускаются эти розы. А во вторую волну цветения в августе уже расцветают соцветиями, как здесь видно, вот из пяти, даже более бутонов. Между волнами цветения все равно какие-то цветы всегда есть. По нашему мнению, после того, как роза отцветает, полностью распускается, кусты стоят все-таки довольно неряшливыми, и их лучше, эти отцветшие бутоны, обрезать. Аромат не очень интенсивный, не очень выраженный, но он есть. Классический аромат розы цитрусовых. Приятный аромат. У Казино очень красивая листва. Она темно-зеленая, блестящая, резная, такая удлиненная, всегда здоровая. Сейчас на видео здесь розы Казино, высаженные в контейнерах. Здесь уже двух- и трехлетние саженцы. Как видите, они тоже цветут соцветиями, очень яркие, с очень красивой, сочно-зеленой листвой. В более южных регионах, наверное, ее очень хорошо выращивать как плетистую большую розу. И вот здесь даже фотография с юга Европы. Там она действительно удачно смотрится. На арке или полуарке так сформировано. Вот здесь цветы полностью распустились. Видно, что за счет яркого цвета очень любят шмели, да и вообще различные жучки и осы, и пчелы. И у распустившегося бутона очень интересные ярко-желтые резные лепестки. Вот, вот такая вот желтая яркая красавица. Здесь опять, наверное, юг Европы, фотография из интернета. В условиях средней полосы розу Казино в основном выращивают как полуплетистую розу, даже больше как шраб. Но это опять, повторюсь, за счет того, что если она вырастает там, до своих 3-4 метров, ее довольно сложно уложить, поэтому ее обрезают наполовину, оставляя где-то до метра. И затем она на следующий год отрастает, уже не до 3-4 метров, чуть пониже, и получается как шраб.
Цветы у розы казино держатся довольно долго, приблизительно до 10 дней. И вообще цветы довольно устойчивые, дожди не портят, даже проливные дожди. Ну а также не рекомендуется высаживать на сильно яркое солнце, потому что тогда быстрее отцветают цветы и могут запекаться. Зимой тоже хорошо этот сорт роз, наверное, из-за того, что в Ирландии выведен. И даже если обмерзают, бывает иногда практически под корень, то очень хорошо восстанавливаются и опять отрастают. Далее можете посмотреть, как распускается эта роза в режиме таймлапс интервальной съемки. Правда, съемка получилась не очень полноценная, так как фотоаппарат вышел из строя. Но тем не менее, видно, как роза распускается. Очень красивая роза. На этом у нас все. До свидания. До новых встреч.